В республике подведены итоги регионального этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Лучшие детские и студенческие коллективы показали яркие и необычные театральные постановки. В результате жюри выбрало два спектакля, которые будут отстаивать честь Чувашии на окружном уровне. Победителем в категории «Студенческие театральные коллективы» стал межвузовский студенческий театр ЧГУ имени Ульянова «Абрикосовый сад» с постановкой «Мой дедушка был вишней». Режиссер Дмитрий Миронов в центре внимания – жизнь обычной итальянской семьи с ее проблемами и желанием решить их. Главные герои – дедушка и внук. Один мудр и знает мир, другой – в начале жизненного пути и только начинает различать добро и зло. Приготовим апельсиновый сок. Какой сок? А еще включим музыку. Какой сок, папа? В номинации «Школьные театральные коллективы» и «Детские театральные студии» лучшей стала студия студенческого искусства Чебоксарского лицея номер 4 с постановкой «Наброски судьбы». Победители представят нашу республику на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье», который пройдет с 1 августа по 31 октября этого года. Напомним, постановки театров-финалистов из всех регионов Приволжского федерального округа будут транслироваться по национальному телевидению Чувашии в ноябре. Ты должен сделать последний шаг.